очень велика. Она расположилась на территории протяженностью с севера на юг и с востока на запад на десятки километров. Чтобы пройти ее из конца в конец пешком, наверняка потребуется целый день. Даже для того, чтобы проехать в метро от одной конечной станции до противоположной, часто нужно более одного часа. Это при том, что место работы москвича может быть значительно удалено от его дома. Все это лишний раз свидетельствует о том, что внутригородской транспорт – это одна из важнейших служб города. Система транспортных путей, ее конфигурация, напряженность движения имеют огромное значение, приобретают особую остроту. Четкая работа городского транспорта обеспечивает нормальный ритм жизни москвичей. Пока вся территория Москвы умещалась в пределах Садового кольца, особой необходимости в городском транспорте не было. Жизнь в те времена протекала спокойно и размеренно. Можно было передвигаться на повозках, по реке – на лодках. Но город постепенно разрастался. Стал необходим городской транспорт, то есть такие средства передвижения, которыми мог воспользоваться любой городской житель. И первым видом городского общественного транспорта стали извозчьи повозки, экипажи, пролетки, кареты, а зимой – сани. А извозчик за определенную плату мог довезти в любой конец города. Утвержденная Московской городской думой, была повременная. До 10 минут 25 копеек, а 45 минут езды обходились в 1 рубль 20 копеек. Среди так называемых легковых извозчиков выделялись лихачи, чьи пролетки отличались дутыми шинами и поэтому легко и нешумно передвигались, но и стоил проезд в 4 раза дороже, чем у обычных извозчиков. В 1895 году в Москве было 19 тысяч извозчиков, а число перевезенных за год пассажиров около 50 миллионов. В конце 19 века Москва стала настолько большой, что необходимо было совершенствовать внутригородской транспорт, который к тому же был еще и дешевле. Тогда-то и появились конные линейки, в которую усаживалось до десятка пассажиров. Но запрягать нужно было не одну лошадь, а две и даже четыре. Двигаться по булыжным мостовым было чрезвычайно затруднительно. Да и не стоит забывать, что Москва-то расположена на холмах, и есть на дорогах и подъемы, и спуски. Чтобы сделать дороги гладкими и не тряскими, проложили по ним рельсы. Так появились в Москве конно-железные дороги или попросту конки. Для обеспечения перевозок пассажиров и грузов было построено 48 километров путей внутри и вне садовых улиц. Общая протяженность конно-железных линий составила почти 100 километров.
предусматривалась даже скорость. Для грузовых вагонов – шагом, для пассажирских – рысью, что составляло примерно 6-8 километров в час. Минимальная стоимость проезда между двумя станциями составляла 5 копеек внутри вагона и 3 копейки на империале, верхней открытой части вагона. Но вот в 1898 году лошадей заменил электрический двигатель, и конка превратилась в хорошо знакомый современному москвичу трамвай. Начался этап механических средств передвижения. Движение трамвая было открыто 25 марта 1899 года от Страстного монастыря к Бутырской заставе. Это была не московская территория. А в Москве открытие трамвайной линии было задержано по приказу оберполицмейстера Москвы Трепова, который последовал после того, как во время ходовых испытаний трамвай обогнал его лучшую тройку. Московский трамвай за годы существования пережил много изменений. Трамвайные вагоны менялись технически, менялись внешне, деревянные, прицепные, цельнометаллические. Рос объем перевозок. Протяженность линии возросла до 311 километров. Тогда же появились и знаменитые буквенные маршруты, столь любимые москвичами. «Аннушка», курсировавшая по Бульварному кольцу и Москворецкой набережной, «Букашка» на всем протяжении Садового кольца, «Верочка», связывавшая по кольцу Таганку с районом Автозаводской. В 1915 году для работы на московском трамвае впервые стали принимать женщин. Правда, только кондукторами, но это было сенсацией. 1933 год стал апогеем развития московского трамвая. 2500 вагонов перевезли 1 миллиард 890 миллионов пассажиров. Московские трамваи делали огромную работу. Развозили мешки с песком для прикрытия витрин и строительства баррикад. А в ремонтных цехах изготовлялось и ремонтировалось оружие, варились противотанковые ежи. В наше время трамвай остается важным видом внутригородского внеуличного транспорта, благодаря чему он не попадает в пробки на дорогах, ставших хроническим бедствием Москвы. Правда, сегодня многие трамвайные линии ликвидируются, хотя это и не везде всегда оправдано. В крупных зарубежных городах трамвай оценивается как перспективный вид городского транспорта, который возвращается на улицы городов, правда, в модернизированном виде. В 1924 году на улицы Москвы вышли первые рейсовые автобусы, которые могли доставлять пассажиров туда, где не было трамвайных линий. Правда, они не столь вместительны, да еще и загрязняют воздух выхлопными газами. В Москве автобусы перевозят около 35% пассажиров, пользующихся массовыми видами городского транспорта.
В разные годы, чтобы увеличить пропускную способность автобусов, практиковали даже использование двухэтажных автобусов повышенной вместимости. В последние годы современные автобусы повышенной вместимости с сочлененными секциями особенно привлекают москвичей, пользующихся этим видом транспорта. Часть автобусов работает как экспрессы, следуя в отдаленные жилые массивы с редкими остановками. Экспрессные линии автобусов хорошо отражают размещение новых жилых массивов. В 1933 году в Москве была пущена первая троллейбусная линия. Троллейбус и сегодня остается одним из перспективных видов городского транспорта. От автобуса его отличает высокая экологичность, а от трамвая – отсутствие загромождающих улицу рельс и меньшая шумность. Троллейбус часто называют транспортом центра Москвы, особенно кольцевых автомагистралей с отдельными линиями, идущими от них по широким и прямым городским проспектам. Троллейбус перевозит примерно 15% пассажиров, но в последние годы сокращается их количество, поэтому комфорт поездок снижается. Автобусы, троллейбусы, трамваи – все эти средства городского транспорта, конечно, хороши, но есть недостатки. Они движутся по московским улицам, замирают перед красными сигналами светофора, подолгу стоят в городских пробках. Вагоны трамвая или троллейбуса можно было бы сделать шире и вместительнее, но тогда они не смогут пройти по узким улицам или вписаться в крутые повороты. То есть уличный транспорт не может двигаться быстрее и не может стать более вместительным. Значит, нужны новые виды транспорта, двигающиеся вне улиц. Такой вид транспорта известен. Это железная дорога. Железные дороги, связывающие Москву с другими городами, стали частью внутригородского транспорта, и москвичи, живущие близ станций железной дороги, отправляясь в центр Москвы, продолжают пользоваться пригородными поездами до ближайших станций метро. Метро. Вот вид транспорта, который должен был решить проблему. Метро – та же железная дорога, только спрятана под землей. Мысль сделать такую дорогу пришла 140 лет назад жителям Лондона. Там и была построена первая подземная железная дорога. Назвали ее латинским словом «метрополитен», что означает «столичный». Такое сложное, дорогостоящее сооружение может позволить себе только очень большой или столичный город. Москве метро было крайне необходимо. Идея создания метрополитена впервые была выдвинута еще в 1902 году. Однако городские власти в то время не имели средств для ее осуществления, да и технически Россия не была готова к сложному подземному транспортному строительству. Планирование первых линий метро было достаточно сложным. Надо было соединить между собой места наибольшего притяжения населения города, вокзалы, крупные промышленные предприятия, зоны отдыха. В
Всего за три года, с 1932 по 1935 год, была построена первая линия московского метро от Сокольников до парка Культура с небольшим ответвлением к Смоленской площади, а позже к Киевскому вокзалу. Это часть нынешней Сокольнической и Филевской линий. Вторая очередь соединяла с центром Белорусский и Курский вокзалы и стадион «Динамо». Конфигурация подземных линий метрополитена в значительной степени повторяет исторически сложившуюся радиально-кольцевую структуру плана Москвы. Радиусы метро сходятся в небольшом пространстве центральной части города. Эти радиусы соединены кольцевой линией, проведенной под привокзальными площадями. Метрополитен перевозит в Москве 40% пассажиров. По протяженности метрополитен Москвы занимает пятое место в мире, свыше 243 километров. Но он на первом месте по объему перевозок, по нагрузке в среднем на станцию, по пассажиронапряженности на 1 километр линии. За 60 лет существования метро перевезено 86 миллиардов пассажиров. Самая напряженная линия – Таганско-Краснопресненская, где на 600 вагонов приходится 2 миллиона 900 тысяч пассажиров. За ней – Калужско-Рижская, Замоскворецкая, а затем – Кольцевая. Метрополитен продемонстрировал отличные качества – скорость, высокую пропускную способность, независимость от напряженности уличного движения. Автобус, троллейбус и трамвай теперь превратились в подвозящий вид транспорта к остановкам скоростного внеуличного транспорта, метрополитена и железных дорог. Московское метро без преувеличения можно назвать лучшим в мире по красоте просторных, светлых и красивых станций. В свое время их спроектировали лучшие советские архитекторы, а мрамор, гранит, лабрадор для отделки доставляли со всех концов страны. Через каждые 2-3 года в Москве вступала в строй новая линия, принимали пассажиров новые станции. Строительство не прекращалось даже, когда началась Великая Отечественная война. Правда, станции открывали не до конца отделанными. Один кусочек такого зала сохранился на станции Павелецкая, радиальная. Но зато они служили бомбоубежищами. И в последние десятилетия в Москве, правда, не так быстро, как хотелось бы, вводятся в строй новые километры подземных магистралей. Старые станции требуют ремонта и усовершенствования, но московское метро по-прежнему остается важным и нужным городу сооружением. Сегодня Москва обладает одной из самых сложных в мире систем городского общественного транспорта, основу которой составляют линии метро, дополненные внутригородскими участками железных дорог. Несмотря на огромные усилия, затраченные на создание современной системы городского транспорта Москвы, транспортная проблема города далека от полного разрешения. Очень сильно выросла городская территория.
усилилась взаимосвязь между столицей и областью. И если раньше проезд от Сокольников до парка на метро за 15 минут казался очень быстрым, то теперь от одной станции до противоположной на этой линии можно ехать 45-50 минут, не считая времени, необходимого, чтобы добраться до метро. А в часы пик поездка в переполненном и довольно душном вагоне не кажется уже столь комфортабельной. А когда вдруг случаются перебои в движении поездов метро, не каждый горожанин сможет добраться до нужного ему места наземным транспортом. И не только потому, что не знает, как это сделать, но и потому, что сделать это часто практически невозможно. Утрачены многие прямые транспортные связи между близлежащими окраинными районами. Новый аспект в развитии транспортной системы Москвы вносит увеличение числа индивидуальных автомобилей. Сам автомобиль, позволяющий сообщаться, что называется, от двери до двери, имеет скорости вдвое превышающие при использовании общественного транспорта. Но количество автомобилей в Москве в последние годы стремительно возросло. Система транспортных магистралей Москвы во многом не соответствует такому количеству автомашин. Кроме того, проблемой стала парковка. Только половина парка автомобилей обеспечена местами в гаражах и охраняемых автостоянках. Автомобили скапливаются на улицах вдоль тротуаров, внутри жилых кварталов, не говоря уже о пробках, о которых уже упоминалось, осложняя работу городского транспорта и уборку территории города. В последние годы именно в работе городского транспорта произошли наиболее заметные изменения. Сократилось число маршрутов, увеличились интервалы в движении автобусов, троллейбусов, трамваев. Выросла степень изношенности подвижного состава метро. В системе городского транспорта Москвы должны произойти кардинальные изменения, чтобы отвечать современным требованиям.